Здорово-здорово, всем с вами Андрей, добро пожаловать на новое видео. И в этом видео я поиграю в игру, в мобильную игру Call of Duty Mobile. А играть я буду на эмуляторе BlueStacks. А, ребят, я вчера скачал эту игру, ну у меня на телефоне она просто лагает. А я вчера скачал эту игру, дошел до 15 уровня и понял, что, ребят, разработчики этой игры просто облажались. Ну, я не знаю, может, они специально это сделали. Короче, я, получается, играю на эмуляторе, а мне попадаются соперники. То есть, подбор соперников идет таких же, как и на эмуляторах, и на телефонах. Ну, ребят, например, если там игрок какой-нибудь на телефоне, у него там уже, например, 100-й уровень, и он, например, встретится со мной, то у меня будет больше шансов его убить. Потому что у меня мышка, там просто раз-раз стрельнул и все. А ему нужно на телефоне прицелиться, стрельнуть. Короче, ребят, вот эту фишку они не продумали. И получается, ребят, те, кто играет на эмуляторе, их можно считать читерами. Потому что, ребят, я в основном играю, сейчас я статистику покажу свою. Так, профиль игрока, лучший игрок 6. 6 раз получается. Игры 12, топ 3 8. Убийство 211, средняя точность 25%. Это обычная игра. А тут еще королевская битва, зомби. И, кстати, я быстро дошел до 12 уровня. Ребят, мне игра прям очень зашла. Конечно, она, да, почему-то немножко подлагивает. У меня стоит высокие настройки, но не максимальные. Так, у меня тут уже 10 уровень этот. Так, забрали. Давайте что-нибудь катнем. Давайте сетевую игру. Так, ой, извиняюсь, если там что-то сейчас было. А, где комплект? Комплект. У меня там новое оружие доступно. Где оно есть? Ген зомби. Ну, я думаю, нормальное будет. Так. Оно доступно, да? Окей. Второе, что у нас тут? О, навык оперативника. Очиститель, коса. Чё, ручной пулемет? О, пулемет, конечно, да. Что еще тут? О, модули всякие. Модули это хорошо. Так. А, для него еще недоступны. Так, 15 уровень, в принципе, нормально. Но, ребят, мне попадаются чуваки, у которых там и 50 уровни, и 70 были вчера, когда играл. Командный бой случайно, начать. Сейчас посмотрим, какие игроки мне попадаются. Ребят, да, это я уже говорил, будут немножко лаги, это не из-за того, что у меня там записывающее устройство лагает, это у меня просто процессор слабоват. У меня даже PUBG Mobile лагает, даже PUBG Lite, хотя он может идти на всяком говне. У меня с процессором там что-то не так, надо просто его поменять. На Новый год, наверное, поменяю, и тогда можно будет... О, ребят, ну у меня почему-то 15-й, у них 20-й, 37-й... 17-й, 23-й. Ну, у нас 23-й, 20-й. Но я если посчитать... Там СВС-ка пришла. Я, если так посчитать, что я самый слабый по уровню. Так. Выбираем. Да, что-то это. 30 FPS. Блин, мышка сейчас будет прям сильно орать. Сейчас, ребята, она прогрузится, игра. Так. Ну чё, где противник? Ух, как, ого, какие они жесткие. Ничего так, блядь. Ну чё такое? Мне попадались они прямо, это вообще вафельные какие-то были. Ага. Минус. Так. Минус. 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 Вот так вот, ребят. Как-то вот так вот получается все. Ой, блядь. Ой, я его даже не увидел. Я просто увидел на карте, что он где-то сзади.
Блин, ну на эмуляторе прям нормально играть. Но только мышка вот просто. Ого, там кто-то сзади что ли стреляет? И у меня помощники не выключены, которые это, автоприцеливание, вот это все дела. Пошел нахер. Блять, они обошли сзади. Так, ну чё, мы не должны проиграть, мы должны выиграть. Блять, нихуя. Они там, походу, тоже на эмуляторе играют. А кто у нас? О, я на первом месте, нормально. Так. Где он? Дядь, блядь, да хорош. 20. Нихрена, мы проигрываем. 20-20. Тютелька в тютельку идем. Минус. Так, огнемет доступен. Окей. Минус 2. Давай, вас сваливайте. Да вам всем. А я тут, не ожидал. А, я у меня патроны кончились. Ой. Держи хуй. А, так, это нужно. Ай-яй, убивают. 36-26. А, еще 3 осталось. Так, подрубай эту штучку. Сейчас мы их найдем. Ну вот, допустим. А, в смысле, я не попал? Блять, нихуя они жесткие. А он с пулемета там сидел, стрелял. Стоял, точнее. Так, еще один килл. А, все. Все, ребят. Изи. Так, ну можно еще одну каточку сыграть, а что-то 7 минут так идет все. Видос. Блин, ребята, игра мне вообще просто зашла. Кстати, это. Вот эти вот кнопки, их можно убрать. Но я сейчас не буду сворачивать игру, в эмуляторе настраивать. Я просто вчера, когда играл, я не знал, что куда нажимать. Сейчас уже все нормально. Научился. Ну вот, ребят, я на первом месте. Сколько у меня там киллов было? А, сейчас скажу. Так. Окей. 17 киллов. И у них тут 12-1-8-1. Нормально, да? Да, ребят, это походу читерство. Ген зомби, ну прям что-то такое. АКС мне как-то побольше нравится. Так. Карта оружия нового опыта. И чё? А, да, я понял. Нет, я улучшать его пока не буду, ничего делать. В принципе, давайте еще одну каточку. Каждый сам за себя. В принципе, я это ни разу тут не играл. Давайте каждый сам за себя попробуем начать. Также в королевскую битву. Ну, в этой серии, наверное, не будет королевской битвы. Следующий, наверное. Также, ребята, я вчера увидел много комментариев, чтобы я все-таки допрошел Need for Speed Most Wanted. И прошел Assassin's Creed. Все части. Ну, я просто, у меня там пару серий есть, где я проходил третью часть. Сейчас, наверное, запишу Most Wanted. Блин, хочу допройти, хочу гонки проходить. Все, да.
Так, что у нас тут? 17-й, 16-й... А, вообще это... Сейчас мы их это... По-любому сейчас на первом месте буду я. Ну, лучше не это. Лучше промолчать. Так, нормально. Ну что, погнали? А сколько, до скольки побед играем? До 40 также? А, вон до 20, по-моему, да? Каждый сам за себя. Окей, то есть каждый игрок это мой противник. А зачем я перезаряжаюсь? У меня же тут 50 патронов. Во-во-во-во. Нормально, да, ребят? Опа. Блять, убьют. Возьми вот эту штучку. И просто хуйнись туда. Красавчик. Просто, ребят, смотрите, они вообще ничего сделать не могут. Там кто-то сзади. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего, ничего, нормально. Сейчас затащим. Затащу. Нихуя он, это, снайперюга. Я говорю, затащим. Затащим. Или я затащу. Пошел нахуй. Так. Какой счет у меня? 10 счет, это мой? Блять, 11. Оставшийся счет в раундах 5. Так, какой счет? 11. Нихуя, я еще и не на первом месте буду. Ай, да ёб твою мать. Блин, я на втором месте, походу. Ну да. Блин. Ну ладно, нормально, ничего. Второе место тоже нормально. 15 против 17. Нормально, нормально. Блин, ну вот это вот замедление, вот это вот в конце раунда, такое себе. О, блин, ну в принципе я, наверное, хватит для первой серии, для первого видео. Уровень подняли, нет? Давай, грузись. Так, а, у него 20 убийств, а у меня 13. Ну, на 7 убийств у меня меньше. Но у него это, он тоже, походу, через эмулятор играл. Новый уровень. Level up. 16 уровень. Ничего, нормально так. Уровень повышен. Окей. Нет, сыграть еще раз не хочу. Комплект, что у нас тут? Опа, что это? Стойкость. Сокращает рывки игрока. Патроны мне не нужны. Окей. Ну что, ребят, в следующей серии, наверное, пойдем в королевскую битву. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем удачи, всем пока-пока.